глазами поет. А и в Ростове, и в Ростове, а и в Тамбове, и в Тамбове под гармошку, под гармошку подпоют. И гармошки переборы заскучать нам, заскучать нам не дают. Переборы заскучать нам, заскучать нам не дают. Как всегда, весело. Где? У нас на диване. Улили, уванили. Все равно весело. У Светы ли? У Сережи ли? Да, главное, что ли? Не улили. Так, пишу, что очень-очень-очень тихий звук. Очень, я же вам говорила. Вань, прибавляй смело. Ага. Да. А слушай. Это монитор, кстати, может быть. А, можно на монитор. Монитор ты можешь убавить себе, если в ушах слушать. А здесь а туда как подает? Ваня, монитор вообще не трогай. Понял. Он никак не влияет. А вот это? Наушники, только на наушники влияют. Ага. На прибавляй все чувствительности. А чтобы было понятно, у нас сегодня не звукооператора, не видеооператора. Вот эти три направо. Ты прям мы крути. Сегодня, дорогие друзья, как в старые добрые. Крути телефона. Сами с усами. Да. Картинка тоже не четкая, потому что это не видеокамера. Ну да, ну не каждый раз. Надо было нам. Что поделаешь? Мы на самом деле с корабля на бал. Мы вот сегодня выступали в поселке имени Морозова. У нас там была целая концертная программа. И вот мы только-только оттуда приехали и решили уже выйти в прямой эфир, потому что очень-очень давно нас не было. И мы очень соскучились. И мы еще раз напоминаем, что мы ансамбль «Пташица». Ты забыл вдруг. Это «Гармонь» в прямом эфире. И мы очень-очень рады выйти хотя бы так. Давайте просто чувствовать друг друга. Да, не ругайтесь, пожалуйста. Не всегда есть возможность все организовать. Мы сегодня больше с вами повидаться, поболтать, да. Рассказать новости. Вот такой будет эфир, попеть любимые песни. Поэтому сейчас звук мы наладим, не переживайте. Да, все будет, не чувствительность увеличим. Чувствительность повысим. Да. Это все полный звук. Если надо, еще прибавим. Да, полнейший. Вань, еще надо? Ну, слушай, видишь, надо было сюда нам воткнуть как бы с наушников, дать туда, и было бы... Тихо. Ты бы здесь мог регулировать подачу. Так, воткни наушники. А есть? Вот эти-то. Нет, я имею в виду, что шнур туда отдать. Арине? Отсюда? Сюда. Так протяни его туда, воткни и протяни. Нет, ты неправильно меня понимаешь. Понял? Отсюда, чтобы мы могли здесь добавлять. А там ты все? Вероника написали, что звук и картинка хорошая, все нормально с телефона. А, кстати, я на самом деле сижу с открытым ртом, потому что хочу сказать о том, что, да, ну вы, наверное, заметили, что мы сегодня без Веронички, потому что Вероничка... Милая. Да, молодая мамочка дома. По-современному надо. Сами понимаете. Что дать? Я сделала так. Да, мы их уже забрали из дома, мы там никому не рассказали. Из дома? Из родильного. Из родильного дома еще неделю назад. Я, Света и Ваня, мы их видели. У тебя простого аукса нету, да, Сереж? Так, я предлагаю вам сейчас попеть, а настроить звук чуть позже, чтобы дома долго не записать. Я думаю, в машине. Джек-джек? Да. Маленький. Только наушник. Но самое-то, что буквально рассинхрон идет, буквально 3
секунды. Угу. Поэтому комментарий сегодня будет читаться очень-очень быстро и оперативно. Давай гормон. Так что пишите. Гормон белый. Белый гормон. Белый. Да. Я чуть-чуть почитаю комментарий. От зеленый белый, ну ладно. Она зеленый тогда. Кинникова пишет: поздравляем Вероничку с рождением доченьки. Здоровья и счастья. Пусть растет на радость маме и папе. Любим и очень рады. А мы-то как рады, что наша Ольга семья. Макулова пишет: вы мои любимые, люблю вас, слушаю, знаю все ваши песни. Творческих вам успехов. А еще у вас замечательные детки. Конфетки. Они с нами, кстати. Да. Безобразничают. Ничего страшного, на то они и дети, чтобы безобразничать. Сережа. Посидишь у дяди Сережи? Посидишь? Давай. Привет. Господин. Балабайку тебе надо? Нет, ну давай что, посидим. Лучше стало слышно, нет? Тиховато, да? Нет. Тебе удобно так сидеть? Давай. Приемники на голос. Сейчас расскажем. Никакого регулятора нет, это да? Регулятора. Как дела? Куда там? Ты пошел? О, как и вы здесь. А? Всем пишет Барон. Куда привет. Тебе надо? Игорям, всем гостям привет. Смотрим Баланд через смарт-телевизоры на ютубе. Звук хороший. Картинка тоже. Не знаю, что у вас расплывается. Возможно, эти вопросы к провайдеру. Звук погромче на пульте. Ой, какие творожки. Дайте нам что-нибудь, да. Что? Жители трусеров, дайте что-нибудь.
смотри. Нет, влажный. Игорь, Вероничка, вас спрашивают, как назвали дочь Ренком. Я думаю, что если они захотят, они же сами скажут. Варя! Во в ухо это надо, не в рот. Мы, конечно, знаем, но это право оставим им. Картинка расплывчатая. Попробуйте установить максимальное качество. Она не должна быть сильно расплывчатая, она нормальная. Не хуже, чем была в первой трансляции. Ранее. С пятого айфона. Ваше лицо, молодой человек. Ты мой сладкий, господи. Грим-пауза, извините, пожалуйста. Сухие есть салфетки, Серёжа? Ел творожок. Мне говорят, совсем не слышно, я сяду чуть-чуть ближе к микрофону. Садись, садись, конечно. Вот можешь его повернуть. Покажи мне лицо. Да, я буду периодически. А потом его отворачивать. Красавчик. Так, а так, лучше меня слышно? Поверни, поверни, потом просто нам обратно сделаешь и все. Так, ну куда? Не так легко получается. Так, а так, лучше, очень плохо слышно. Ребят, ну, просим прощения. Давайте признаемся сразу, что это трансляция первая в этом сезоне, но не последняя. Мы планируем сделать большую. Да, надеемся, в полном составе. Угу. Вероничка. Да, и сделаем это... Когда? В октябре. Поднимите глазки. Я не помню, честно, когда была переписка об этом, я где-то спала. Мне взять? В танке была. Я правда не помню. Ну, давайте. 8-9 мы хотели. Октября. Октября. Да, вот Алексей подтверждает мои слова. Сейчас я там тебе попаду. Дай, дай. Да, или 8-го, или 9-го. В общем, в начале октября мы точно выйдем в эфир, ну или вообще в октябре планируем это сделать, если форс-мажоров никаких не будет, или вдруг у пташцы появится супер много работы, нужно кормить теперь деток, то, конечно, мы прервемся на гастрольный тур, но очень обещаем, и все сами хотим сделать большую трансляцию, красивую, с хорошим звуком, с хорошей картинкой, пригласим и видеооператоров, и звукооператоров, поэтому надеемся, что вы Лобанька, будете да? с нами. Ага. Так, Варя пришла тоже в эфир. Я предлагаю вам петь. Или вы еще не петь? Давайте. Конечно, мы же петь сюда пришли. Есть какие-нибудь, кстати, заказы? Была лайка, да. Блин. Заказы как-то мимо все прошли. Нету у всех, пишут, что очень плохой звук. Это главный комментарий. Ну, ребят, простите, простите. Варь, может, еще прибавить? Нет, чувствительность она ни к чему, да, нужно было подключать с этого выхода, чтобы ты мог, так, могла господа, регулировать сейчас громкость. Мы порвем сами струны. Нет, почему? Чувствительность, Леша, она как раз и дает уровень звука. Она будет пикать. Попробуйте. Ну, она может быть здесь будет пикать, а дать в эфире будет хорошо. Давайте. Что сделать? Ну, дайте. Я же там добавлю. Давай, гармоху как раз. Вань, возьми до диеску. Забивай мою гармоху. Все, поем песню-то. Алексей, поем. Давай, это мы отставляем в сторонку сюда за маму. Иди ко мне. Мань, пойдешь? Теперь мне все равно. Она прошла, не вернулась.
Дениса в целом мире просто нет. Лучше русский гармониста в целом мире просто нет. Сказали, что во, хорошо слышно. Что-то поправилось. Надежда Мерина написала, что да, стало получше. В следующий раз мы будем умнее. Сделаем правильно. Важно, да. Все хорошо. В следующий раз мы все-таки Лёшу позовем. Лёш, привет, если ты нас смотришь. Ну что, хоть, ну, не каждый раз. Так, ну что, всем добрый вечер, маленькие пташечки, супер, Людмила Смирнова вам пишет, заметили, что у вас новые платьишки, Любовь Гаврина. Девочки, хвастаемся. Девочки, похвастайтесь, что у вас новые платьишки. Мы такие немножко с Синовала, да. Свет спросила перед трансляцией, как ей прическа, я сказала. Похоже, что я только что... В траве лежал летичком. В траве лежала, Света. Лёх, сыграй. Совсем она, как конфета. Правда, мы просто так спешили с Морозовки, что с Морозова. Я только с Морозова. Нормально, все говорят с Морозовки. С посёлка имени Морозова. Сегодня у этого посёлка 140 лет. 140 лет. И ни одной морщинки, кстати. Иди сюда. Вот, Эй, отдавайте мне балабайку. Ничего не будет дергать. А вам Элиас Рудницкий перевел $25. Сами. Привет вам. Спасибо, только и не дойдут. Спасибо. Спасибо за потрясающие песни. Слушаю вас из штата Вашингтон. Да, к сожалению, если не знаю, сейчас Ютуб нам перекрыл все краники и... И краники, и винтики, и шпунтики. Поэтому... Все донаты, к сожалению, до нас дойдут, но не в ближайшее время. Спасибо большое. У вас уже появляются юные солисты. Поет. Кто пел из молодых? А, это Лёша делал. Что, давайте вдоль улицы, нормально. Какую? Какая? Капелочка. Под Залугом зелененьким можно? Что, прикольно? Мы такую не знаем песню. По... За лугом зелененьким. Мне одной кажется, как от бани пахнет. Салмой, нет? Это от меня пахнет шашлыком. Я стояла на улице на концерте, рядом со мной жарили шашлык. Арина, прям чуть-чуть пахнет. Ну я от себя чувствую. За лугом зелененьким у нас девочки поют втроем, когда будут втроем, ты здесь поют. Да. Песня на помывку едет. На помывку едет молодой моряк. Все спели. Ну, чего-то. Можно, кстати? За на помывку не будем петь, на побывку. На помывку. На помывку надо петь. Я уже открыла. Так. Со второй строчки. Слова. Нина Серикова пишет, попадает. Сергей, тебе очень идет ребеночек на ручках, и Варенька сидит, как у тебя у родного. Может, пора и свои звонить. Она что, чужая? Родная наша? Всем родна. Поехали? Поехали. То слишком много болтовни, си, скажу за пять. Си. Две или одна? Вон. И... Поем? Да. А вдоль по улице Ванюша по широкой, дружок, эй, часы така, оже вала, часы така, оже вала, у паранина, кошка у паранина, кошка часы такая, оже вала, часы такая, оже вала, они спешали параня, они спешали параня, али так, ой, ляжешь, али так, ой, ляжешь. Ай, я так Ваня ляжу, а я так Ваня ляжу, на уме, ой, держу, на уме, ой, держу, на уме Ваня держу, да на уме Ваня держу, да я ж это на разуме, я ж это на разуме. Научить Литя Ванюша, как ко мне выходить, как ко мне выходить. Как ко мне Ваня ходить, батя, как ко мне Ваня ходить, и как камень, ох, любить, как камень, ох, любить. Не ходи, Ваня, Ванюша, не ходи, Ваня, Ванюша, вдоль это поволесе, вдоль это поволесе. А иди, Ваня, Ванюша, иди, Ваня, Ванюша, по параволочку,
под переволочком. Да ты не голосом кричи, да ты не голосом кричи. Соловьёмок спящий, соловьёмок спящий. Чтобы я же молода, ох, и догадалась, ох, и догадалась. Собеседушки домой, по совесёленькой домой, ох, и собиралась, ох, и собиралась. Да. А сейчас, кто не видел Лёшу, его не видел никто в эфире. В смысле, был Лёша? Ну, в плане, что голова его была так. А у меня такое предложение, у кого есть Telegram, такое приложение, мессенджер, как WhatsApp, только Telegram. Я там Лёшу сняла. Красиво танцевала с балалайкой. Подписывайтесь. Ой, не сказала вот так вот в микрофон. Там Лёша в Телеграме танцует. С балалайкой. Выходите. Пташица. Милый, что ты? Кто не подписался? Везде пташица. Да, а давайте расскажем, почему переехали на канал Вани Викторовича. Что Ваня запустил свой канал. Все, он решил, что он ему не интересен. Не буду за границей сотрудничать. У меня есть вопрос. Ваня запустил канал? Кто им занимался? Просто на самом деле, Арина... Ну все, ничего не рассказывай. Очень-очень-очень-очень сильно взялась за общий. Поэтому спасибо ей огромное. Поэтому, Ванечка, извините. Да. Ну, наверное, когда-то это пора было сделать все-таки. Забросить Ваньку на... Переехать. Мы переехали. Да, мы сегодня на новом канале, вас смотрит 1056 человек. Нет, типа на Ване нам будет? Нет. А следующее? Еще бы водички. Звук не пропал, я вас слышу. Все, контролирую. Так, просят песню «В лунном сиянии». А была песня «Варенька». Я видела деревню мою, Катюшу. Вареньку. Тогда что? Вареньку? У меня тут Игорь Колмаков спросил, шашлык хоть поела? Нет, не поела. А только понюхала. Только понюхала. Вареньку? Варенька, будем брать тебе песню? Варенька, про Вареньку. Что, не хотите? Давайте. Алексей? Александр Кошкин, как здорово сидеть в первом ряду в таком большом зале. Планета Земля. Ведь радость... Рядом сидят слушатели со всего мира. Здравствуйте всем. Давайте напишем, кто откуда, и я постараюсь всех прочитать. Иди к маме. Это наша давняя традиция. Иди к маме. В комментариях пишите, откуда вы, и мы будем знать, какое огромное количество людей нас. И городов, и сел. И городов, и да, нас смотрят. Поехали? Да. Варя-варя-варенька, и ни большая, ни маленькая, сердцем добрым ласковым, работящая. А ты, Наденька, Варенька, старенькие валенки, да пойди на край села, повстречай меня. Зима сибирская, зима пришла в наш город, на них, на Новосибирск. Зажёг огни на проспектах, фонари горит румянец на щеках, осанки мчатся кони, ах, и две слезинки на щеках, на вареных щеках. Ой, Варя, Варя, Варенька, я же в старых валенках, не унять себя. Ой, братья Заволокины, все, что я сошью, сердце рвут страдания, не глядя на тебя. Зима сибирская, зима пришла в наш город, на миг Новосибирск зажег огни на проспектах, фонари горит румянец на щеках, пацанки мчатся кони, ах, и две слезинки на щеках, на вареных щеках. Ой, Варя, Варя, Варенька, да мы как-то скрывали.
нашою не была, сердце мне не роли. Пустыни Днепра, даже ей не помнится, но у нас одна любовь, зима Сибири ты. Земля сибирская, земля, тебя в беде я отстаю. С тобою горе припаду, с тобою радость разделю. Не без тебя, ни сна, ни дня, и жизнь, и счастье для меня. Любовь моя, Сибирь моя, зима сибирская, зима пришла в наш город на Оби. Новосибирь зажег огни на проспектах фонари, горит румянец на щеках, осанки мчатся корния, и две слезинки на щеках, на майных щеках. Мы с Варей хлопали в песню, в какой-то момент я сделала так. Ой. Надоело! Что-то я только сейчас заметила, что микрофон там не перевернул. Да, микрофончик не забываем поворачивать. Да, извините, пожалуйста. Так, ну что, просит от Зари до Зари из города Орла. А что, от Зари-то можем? Давай. Да. Бам-бам-бам. Юра Скобляков попросил. А сейчас я попробую города зачитать. Вы внимательно слушайте и передавайте всем привет, Сергей. Я тебе даю брынку. Ты правильно сделай. Ну ты не жадничай, пускай Варя тоже побрынкает. Итак, Вареньку только что спели. Красивая песня. Леша, не жадничай. Два колечка, так понравилась эта песня. Тональности нету у нас. Тональности нету. Для мажорной гармонии нет у нас. А песня какая? Два колечка. Ну что, вас смотрят Орел, Москва, Кировская область, город Орлов, Тюмень, Ульяновск, Сочи, Казань, Ижевск, Удмуртия, Кострома, снова Ижевск, Москва, Екатеринбург, остров Пасхи. Ого! Ух ты! Это барон. Знаем мы твой остров Пасхи. Вологодская область, Чебоксары, Киев, Донецкая Народная Республика, Сургут, Германия, Гатчина, село Будка, Оренбург, Санкт-Петербург, село Белоево, Пермский край, Чита, Ёлкины смотрят из Крыма. Поздравляю пташца с рождением третьего птенчика. Вероничке особое поздравление, пусть растет доченька на радость всем родным. Надежда Клыкова. Спасибо большое. Курская область, Коми, Вуктыл, Ижевск, Сибирь, Германия, Полтава, Калининград, Беларусь. Я все внимательно прослушала, это очень обалдеть. Много, да. Обалдеть. Да, но если мы сделаем паузу еще побольше, придет третий ребенок и сядет вот сюда посередине. Долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполнив тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна. Я гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропинкой люблю звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее. От зари
долгожданной гитаре я тихо приму. Осторожно и бережно трону струну, ведь бывают гитары, они зазвучат, большие оркестры покорно молчат. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, бой гитарная струна, ла-ла-лай, 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 от зари до зари, от темна до темна, о любви говори, бой гитарная струна, ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна, ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Обожаю. Говорить не нужно. Это понравилось, да? Моя сладкая девочка. Да, ну вы вообще приколисты, конечно. Кто, нашли время целоваться. Кто видел этот просто прекраснейший момент? Гордо молчал. Солнце мое. Врёшь. Вы потом видели, как да. Делаю вот так вот. Как... Да, да. Поёт ручками. Ведь бывают гитары, они замолчали. А кто смотрел «Привет, Андрей», ребят? С песней... Отзарить. И Сергей Сергеевич с его песней. О, да. Обязательно поищи. Да ты моя радость. Варя, молодец. Все. Лёх, ты в порядке? Все, миссия выполнена. Садись обратно. Лёха, ты в порядке? Ты в порядке, Лёха? Лёха, ты в порядке? Он хочет роман с вами. А, у тебя нога расстегнула. Я думаю, за гитарой потянулся. Авария какая-то. Так, Алексей, Алексей, пожалуйста. Надежда Чечерина написала: Северодвинск с вами. Ой, а что за губа? Ой, тебе гитару не дали. Что за губа? Милые мои, я знаю, что вы сидите вдвоем, смотрите. Я вас целую, родители мои дорогие. Ну, пойдем успокоимся. Ссылочку там пересылаю. Так, ну что, друзья, время поделиться ссылкой с друзьями. Звук настроили, пишет, все хорошо. Отлично. Это прекрасно. А что я-то? Серега добавлял. Куда? Туда? Дорогие друзья, мы еще раз напомним вам, что у нас трансляции переехали, да, теперь они на нашем общем канале «Пташцы песни под гармонь». Будьте внимательны и расскажите об этом всем и каждому своим друзьям, да. Кто смотрит, а кто не смотрит, пусть вот узнает. А Иван продает свой канал. Сереге. Задорого. Пташечки, что не песня, то шедевр. Алла Васильева пишет, можно Гили? Ну, пожалуйста, что-то интересное прям. Запрос. Был запрос на «Есть да любовь». Был подорожник для вас в дуэт. Еще вторая. Валентина сейчас вам написала. А что, давайте, пойте подорожник, то мы сыграем. Я не спою сегодня. Не споешь. Давайте лодочку. Лайк настроим, есть любовь или нет. Лодочку. Лодочку. А, да, ветер, лодочку. Это пока. Вам в дуэт. Паузу, да, пока. На лодке. Давайте. Так это Лине надо играть. Давай. Без балалайки. Без балалайки. Что мы? Чем мы споем? Привет из Хакасии. Молодцы, так держать. У нас в селе Белоево, Пермский край, очень талантливые работники Дома культуры. Горжусь ими. Расскажите нам про этих работников культуры. Дмитрий Лисников. Что же у них там хорошее? Песню просит «Я любил одну милую», Ольга Алексеевна. Ого. «Любил одну милую, дорогую, хорошую». Арина так всегда. Ты можешь да, могу. А какая тональность? Не знаю. Блин, Сережа. Это мужская? А вот это какая будет? Ну, это получается, что у нас... Может, чуть-чуть? Ой, нет, дай. Вот она. Низко. Низко, да? Ре? Ре.
До минор. А фа, если взять. Давай фа. Виктор Волков пишет: снова и снова не переставайте радовать. Привет из Кумертау. Воронежская область, город Бутурлин. Бутурлино. Леша, иди Бутурлин. Ко мне. Сережа, садись иди ко мне. На колешку. Город Ёшкар-Ола. Поздравляю с началом прямого эфира. Курамас. Иди ко мне, иди ко мне. Серега добрый человек, дети его любят. Мне, это что? Точно. Мальчик. Это главный наш нянь, который. Даже Леша. А вам слова надо? Нормально. Слова нужны? А, есть? Потому что любил, потому что любил, потому что я там очень любил. Смотри там аккуратнее, по гармониям. Варя, пойдем песню петь. Вы куда собрались? Сереж! Господа хорошие. Сережа! Где, иди песню петь со мной будем. Леша сейчас придет. Варя, пойдем. Иди к Сереже. Леша, иди к Сереже. А иди, вот у меня. А Леша у мамы посидит. Да? Привет! Забыл. Там два, три куплета вообще по идее. Но третий мы забыли. Хорошо. Да я пел его в институте просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот же третий куплет-то там. Че, озерушка? Давайте. Три, мы же скоро едем. Варвара Ивановна. На гастроли в Тюмень. Дай ко мне. Так что, Тюмень. Тюмень. Где мы будем? Не в самой Тюмени. Ну нет, что, я предлагаю сейчас рассказать, где вы будете. Давайте. Кто начнет? И мне? Давай ты. У нас чумачечий график гастрольный планируется. А место занято, да? Пойдем. Сиди, сиди, Варя. А вон по афише вы говорите? Очень верим в то, что у нас все получится. В плане не настигнет никакая эпидемия вновь. Подсказывай, потому там свечи варят, чтобы она не пропустила. Елена Шалина. Сереженька, давай ко мне в зятья. Я буду любящей тещей. Сережа, исполнение до мурашек. Какие спасибо вы все талантливы. Любовь Никулина пишет. Огромное спасибо. Я когда-нибудь найду. У меня вроде где-то даже видео есть. Игорь Гонцов пишет. Добрый вечер, ребята. Рад видеть и слышать не вас садись в прямом эфире. Слушаю вас даже когда... Колол дрова или работаю... А,
колю дрова или работаю в огороде. Ваша песня работает и жить помогает. Привет из Новгородской области. Ну что, Свет? Ребят, я по афише начну говорить, но вы мне поможете того, чего здесь нет? Да, да. 17 сентября ансамбль «Пташица» будет на фестивале в Тюменской области. Это город Заводоуковск. Правильно? Заводоуковск? Заводоуковск. Вот напишите там, правильно я сказала или неправильно. Как называется фестиваль? Гармония. Я тебе помогу. Спасибо. Дело в том, что 16 числа весь ансамбль и я, и Варя улетаем в Тюменскую область. Мы находимся в Тюмени. Если кто-то хочет, в теории можно что-то сделать, но будет два концерта в рамках фестиваля «Гармонь» и я. Что-то сделать, это имеется в виду там, приехать, встретиться. Да. Не трансляция, не эфир, как бы, а вот просто... Да. Если кто-то захочет повидаться с нами в Тюмени вживую, вот есть такая возможность. 17 и 18 числа два концерта, 17 в 17 часов, 18 в 13:00. Вход на эти концерты оба свободны. Вход свободный, друзья. Кто живет неподалеку, гости, там, не знаю, Тюменской области, приезжайте, мы будем рады встрече с вами. Да, скажите только, что 18 числа это село Умутнинск. Амутинское, село Амутинское, да. Мы так жестко врываемся, что сами смотрим на этот список и обдеваем. Но про Амутинское нам вчера буквально только прислали афишу и подтвердили концерт. Поехали дальше. 30 сентября ансамбль «Пташица» в городе Вологда. Вологодские ребята, кто здесь только что писал в чате? Вологжане. Приглашаем вас на наш концерт, у кого есть желание и возможность, приходите, будем рады вам на нашем замечательном концерте. Да. Билеты в продаже в интернете и в кассе. В кассах города ищите, они есть. Вся подробная информация у нас есть в интернете, есть уже встречи, встреча. И, про Вологду я хочу добавить, что там очень активно идет продажа билетов, и есть шанс, что вы просто не купите билеты, если вы... Постарайтесь не опоздать. Ну и вообще, с большим теплом вспоминаем наш вологодский концерт, и, конечно, уже очень сильно хотим к вам. И вот скоро-скоро приедем. 1 октября ансамбль «Пташица» в городе Череповец. Да. Концерт будет... Шла овча. 15:00. Череповча. Да. Да. Строители. Да как? Споткнётся. Да вот, как? Единственный вопрос, это Волок, где продаются активные билеты, а в Череповце нет. В прошлый раз было все наоборот. А сколько ехать от Вологды до Череповца? Час тридцать. Давайте, кто не успеет купить билеты в Вологду, а я такая решила, что обязательно все билеты будут распроданы и будет не хватать, приезжайте в Череповец, мы будем вас там что-то... Точно, да. Отлично. Билеты также на сайте есть, да. В ваших городских касс и в кассах города. Единственное, я сразу скажу, нам прилетел комментарий, что билеты дорогие. И почему-то в Череповце так получилось, что они дороже всех. Но это все из-за того, что это билетные операторы, это организаторы, которые это все... У них свои комиссии, свои наценки и если так далее. Если бы мы сами это все делали, то да. А да. Так... Скоро мы построим дома культуры имени Пташицы во всех городах нашей необъятной родины и будем делать концерты за бесплатно. Нет, ну, дорогие друзья, нам мы не виноваты, честно. Извините, пожалуйста, что так получается, но, к сожалению, это так. Да. Я думаю, можно разбить, а сейчас просто спрошу комментарии. Александр Коробков спрашивает, а в Вологде Саши Полякова не будет с вами? Саша будет в зале, наверное, сидеть. Да, Саша уже попросил билеты и своему коллективу строго-настрого сказал идти и покупать билеты в кассе. Какой руководитель вообще? Вы знаете, кстати, что Саша стал руководителем ансамбля, да, правильно я говорю? Да, да. Мы вообще все рады этому событию и, конечно, будем рады встрече. Ну вот Александр решил вот так. Нет, если Александр сам изъявит желание выступить, конечно. Нет, Саша, мы только за. 15 октября в 18. Так, а давай подожди, мы сейчас эту песенку, а потом вернемся к списку, чтобы... Какую песенку хотите, ребята? Давай. А у меня тут еще комментарий большой. Ребята, большая просьба. У моей мамы сегодня день рождения. Будет очень приятно, если в этот замечательный вечер прозвучит для нее песня «То не вечер ветку клонит». То не ветер? Ветер. То не вечер. Ветер.
Мы подпели ее под какую-то тональность, не помню какую. Слушай, мы ее под гитару или какую-то? А, только под гитару, что ли? 18-го выступить в Тюмени, город Амутнинск, село Амутнинск. Молодцы, успех вам. Сыграешь или не сыграешь? Давай, да. Николай Хохрин написал: хотелось бы когда-нибудь услышать в вашем исполнении песни из «Ласкового мая», особенно песню «Седая ночь». Это к Алисе Супроновой. Но я бы сказала так, что мы не исполняем авторские, прям совсем авторские, которые известны песни, потому что за это очень прилетает жалоб со стороны Ютуба. Нам все равно не дадут их. Да. Опубликовать нам... нельзя, поэтому... Еще одна. Варь. Иди, Сережа, иди ко мне. Сережечки. И у меня тоже, она смотри. Хочет на диван. Иди на иди диван. Иди на диван сюда, с этой стороны просто. Вставай ты сюда. Мою булочку. Подля будем. Смотри, Виктор Волков, а напишите, пожалуйста, как вашу маму зовут. Чтобы спеть для нее песню. Осторожно. Осторожно. Была когда-то здоровая. А сейчас не очень. Ой, извините. Тебе удобно? Нормально. Проигрыш. Нежданно, не голодно, но так красиво. Знаете, что подумал, когда мы эту песню...
хотели. Это не ради рекламы, просто вот мне вспомнилось. Есть такая девочка, замечательная девушка. На земле? Елена, которая расшифровывает ноты. Вот она иногда расшифровывает нас. Я так подумал, если вдруг она будет расшифровывать вот это, извини, пожалуйста, мы не виноваты. Не виновата я. Да, просто, ну, просто мы импровизируем. Импровизируем очень часто, очень много. Ну, а потом иногда зато, так... зато потом так раз импровизируем, ну, два, да, импровизируем. А и потом получается версия... уже аранжировка как бы наша своя. Да, вот так. Вот так получается. Вот сейчас прям... Что-то было такое. Такой прям импровиз был полнейший. Каждый куплет, новые дорожки. Виктор Волков написал Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, эта песня была для вас. Сегодня для вас. Да. Написали, что спасибо большое, подпеваем всей семьей. Так, вопрос. Давайте еще тут несколько вопросов. А Иван новых песен не написал? Очень хочется послушать. Иван. Мне нравится, как она задает тебе эти вопросы. Не написал. То есть это как бы Сири, что я тебе дома. Пиши, пиши. Не, ну если очень честно, у него в столе очень давно лежит одна песня. И она просто никак не может дойти до ума. Ну, да. Писать это сложно, мы уже сколько раз говорили. Да. Все, что писать. Но есть у него одна должно, песня. Он... Должно литься, а не так, что сел и надо мне песню сочинить. Коробку надо было поставить. Да, да. Ты стесняешься? Ой, Варя, да? Смотри голову аккуратно. Это у нас бывает такой... Нет, никого не Варя. Написали, что у нас уже билеты куплены, радуемся. Татьяна Панёва, скорее всего, в Вологду. Алина из Доброяра пишет вам привет. Огромный из Ярославля от всех Доброярчиков. Пташцы, хочу услышать песню «Сорвали розу». Вячеслав Малышев. Спит крепким сном, моя милая. Александр Котов просит. Мне? Печеньку, спасибо большое. Так, Сережку Ольхову можно услышать? Лия. Лия, Сережка. Сейчас не можно. Лия ушла. Малышу. Что, давайте, может быть, еще. Я... Так, ну что, Света, продолжай. 15 октября в 18.00. Маме, да? 00. Город Серпухов. Кстати, москвичи. Да. Просим активную рекламу, распространение. Кто не в курсе, ищите. Серпухов, ДК, Россия. Да, билеты в кассах города и на сайте. Да, нам же давно уже писали москвичи, да, что они... Да, Москву хотели. Пока взять не можем. Но обязательно, обязательно. Но рядом Серпухов. На Москву большие планы, и пока они никак не могут реализоваться. 16 октября в 15.00, город Калуга, ДК Орион. Калуга? Калуга. Да, Калуга. Что, кстати, тоже... Ну там сколько ехать, Вань? Часа два? Четыре? Еще мне несешь? 29 октября, такой плотный октябрь. 29 октября в городе Владимир, в Доме культуры молодежи, 15.00 мы будем давать концерт. Есть тут кто из Владимира, ребята, признавайтесь. Ольга Александровна, если вы вдруг смотрите... Владимирский колледж культуры очень любит Сережу Лебедева. Приходите к нам на концерт, я очень буду рад вас видеть всех. Что ж ты молчал раньше, надо было уже давно. И 30 октября мы будем в городе Ярославле, ДК Добрынина в 17.00. Да. Вот ярославские ребята, кто там, что есть, Алина, напишите, есть ли у вас там желающие. А, у нас там есть подвязки, можно билетики. Ну, мимо да, кассы. На 2 секунды. Шучу. А тут Фрида Лаубич вас просит песню «Тихий Ом». Это я прокомментирую так. Как только закончится трансляция, вы услышите песню «Тихий Ом». Вы ее нигде еще не слышали. И там будет Вероничка. А, кто... ну, то исполнение еще никто не слышал. У нас уже премьера на канале. Я же все правильно понимаю? Да, да. Вот. Так что после трансляции выйдет видео. Смотрите обязательно. Но пока что план такой. Лия ушла. Я все правильно прочитала, Арина? Да, но можем добавить. У нас уже точно известно, доподлинно, Иван. Первый город 5 ноября. Город. Вытащить тебя. Что, прям? Город 5 ноября. Что такое? Какой город? Какой город, Арина? Орел. Орел! Орел писал, что он с нами, так что орел. 5 ноября. Эта дата точная, мы сейчас договариваемся в процессе о продаже билетов,
И буквально на днях мы объявим, что где и как купить. 4 или 6 будет в Змеевке, скорее всего. Это Орловская область. А в Орле где? Орел. ДК «Металлург». ДК «Металлург». И еще. Еще? Еще, вы не знаете. Уже мы заходим на январь. 15 января. Немножко поменяли даты. Город... Киров, скорее всего. Киров! ДК «Родина». Ну, пока еще обговариваем. Дата не подтверждена точно. И 14-го, ребята, еще об этом не знают, кроме Светы. Город Сыктывкар. Ого, ничего. Коми, я видела, что вы здесь. А в Сыктывкаре тоже, между прочим, есть колледж. Приходите. Который любит Сергея Лебедева. Нет, не любит, просто есть колледж, я знаю. Так что пташица начинает летать по России. Спасибо тебе, солнышко. Вот, но обо всех следите за новостями, подписывайтесь в соцсетях, включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить и так далее. Привет из музыкальной, друзья, добрый вечер, будет весело и наслаждайтесь, конечно, я готов. Привет из Нидерландов. Как хочется услышать ваши песни еще в других городах, ребят. Везде идут разные истории про Санкт-Петербург, и про Нижний Новгород, и про Севердвинск, и про Архангельск. Мы договариваемся, ищем пути, даты. И Ижевск мы тоже ищем дату. Скорее всего, про Ижевск вы тоже скоро услышите. Ну что, Ваня, тебя просят песню «Батя»? Или ты уже готов что-то другое? Вот я вот про маму, нас спросили, как в деревне нас мама встречает. И можем «Батю» потом спеть. Две грустные подряд. Давай «Батю». Барагозят тут. Что надо, Вась, сделать? Скажи, я сделал. Так ты зачем берешь, я кладу. Смысл-то? Вроде тесно. Ну, сядешь сюда?
Кстати, прикольный факт. Я участвовал один раз в концерте Николая Емелина. Мы с Узорицей пели. Так что мы его даже в живьем видали. Ты участвовал? Да. С Узорицей мы пели. Варя, нельзя. Развернись, плечо мы пели, размахнись, рука. Еще раз, еще. Одолей врага. Компьютер не надо тебе. Динозаврик пришел. Технику давай споем, ладно? Одну. Песенку споем, а пойдем. Хорошо? Отдыхать уже. Теплый луч за окном пусть наполнит окно, как в деревне нас мама встречает, приглашает в свой дом и сажает за стол, и слезинки от счастья роняет, приглашает в свой дом и сажает за стол, и слезинки от счастья роняет. Нам порой нелегко было в жизни прожить, нам удача порой изменяла, но когда не везло, нас брала под крыло моя милая, добрая мама. Но когда не везло, нас брала под крыло моя милая, добрая мама. Благодарны судьбе, благодарны тебе за терпение твое и заботу. Сердце вспомнит не раз доброту твоих глаз и твою дорогую заботу. Сердце вспомнит не раз доброту твоих глаз и твою дорогую заботу. Теплый луч за окном пусть напомнит о том, как в деревне нас мама встречает, приглашает в свой дом и сажает за стол, и слезинки от счастья роняет, приглашает в свой дом и сажает за стол, и слезинки от счастья роняет. Дорогие мамочки, для вас. Так, вот, да, баланс мы про батю спели. Привет, мам! Давайте чем-нибудь бодрым закончим. Да. Угу. Мне туда сесть? А мы все объявили, да? Я все пропустила. Да. Да. Хорошо. Питерский. Даже то, что мы не знаем. Так, друзья. Чтобы я играла, плиз. Давайте. Подождите, подождите. Давайте еще расскажем, что... Лайки, репосты, то, что вы делитесь с друзьями, комментируете. А, Настя, к тебе сесть и хочешь? Будешь со мной играть? Иди. Дерзко, однако. Во-во, Варя. Даша так же делает, они ревнуют. Ну тогда будет играть, ну, Серега. Как бы вот. Все ваши активности помогают в продвижении. Еще раз, вначале просим прощения за плохой звук. Надеемся, мы его, может быть, скачаем трансляцию и поменяем, чуть-чуть улучшим. Но в любом случае, хорошего вечера. В октябре мы обещаем, прям обещаем найти время и встретиться снова в прямом эфире вместе с Вероничкой. Надеемся, что они уже подружатся с доченькой и наладят какие-то процессы, выстроят схему и тоже к нам присоединятся. Вечер подходит к концу. Песню можно мы споем?
одну песенку. А и еще расскажу, после этой песни и после того, как ребята вам скажут пока-пока, вы услышите песню «Тихий омут», и она будет прекрасна. Мы поем песню, потому что есть возможность. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами в этот вечер. Мы очень рады, что все-таки у нас... Всем приятной осени, теплой, не дождемся. Да, говорят, бабье лето тут у нас где-то близко подходит. И, конечно же, слушайте наши песни и приходите на наши концерты. Да. Класс, Варя. Мы вас всех... Глубоко только не читаем. Поехали. Поехали. Я встретил розу, она цвела, и ароматом была полна. Я эту розу сорвать готов, но побоялся ее шипов. Я эту розу сорвать готов, но побоялся ее шипов. А утром рано я в сад зашел, но этой розы я не нашел. Ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я? Бэби сорвал, ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я? Бэби сорвал. Я побоялся шипов твоих, теперь ты роза, в руках чужих сорвали розу. Замяли цвета этой розе, 17 лет сорвали розу. Замяли цвета этой розе, 17 лет. Опа, hey! Ох, парни, парни, мой вам совет, не рвите розы. 17 лет розы прекрасны, розы нежны эти розы. Нам всем нужны розы прекрасны, розы нежны эти розы. Нам всем нужны. Спасибо. Розы прекрасны, розы нежны эти розы. Нам всем нужны розы прекрасны, розы нежны. И эти розы, нам всем нужны розы прекрасны, розы нежны, эти розы, нам всем нужны. Ура! Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Мы всех были рады читать сегодня вечером, но, к сожалению, мы должны заканчивать, поэтому всем пока! До новых встреч!